Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Kill Gamer. All TV, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здравствуйте, Самутва. Ребята, мы сегодня будем играть очень классную рубрику «Аниматроники пугают охранника». И на очень старой карте, которую мы не записывали 3 года, это разрушенная пиццерия в На 8. Если теперь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Электричество здесь, видите, замыкает. Очень старая пиццерия. Листья здесь торчат. Все поросло мохом. Так, я пойду пройдусь, пацаны. Не надо, Дим. Я аккуратно, если что, я успею вернуться. Давай. Он идет. Ну хорошо, пацаны. Ой. Сказали осторожно, сами слились. Да ну... Бывает. Ребята, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал. Залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. Блин, тут аниматроник, нарисованный на игровом автомате, аж испугался. Давайте их обратно к нам. Автоматы валяются. О, я могу в автомат ныкаться. Здесь пройдемся. Окна забиты. Интересно, тут же на улицу можно выходить, вы помните? Да, ребята. Аниматроник бежит. Бежим. А! Я успел, пацаны, я бегу, он сзади меня. Есть, я заныкался. Блин, ребят, это было очень страшно. Это он звуки такие издает, прикольные. Да. Вы тоже их слышите? Да, да. Так, все, пацаны, я пытаюсь аккуратненько выйти. Хватит. Ой! Ой! Блин, он меня увидел! Нифига себе, он здоровый, он просто гигантский. Через видите, как у него зубы прям в животе, что ли, животом ест. И зубы в крови, вы видели? Да. Так. Вот он тут, он в низинке. А что это вот эти кнопки означают? Камера, наверное. Тоже камера. Здесь вот он, разбитый монитор. Ну, так, давайте поклацаем, посмотрим. О, так, пришел. Давайте мы здесь включим. Все-таки главный офис-то получше будет. А кто там? Это о, Фредди пришел! Ну, он вроде добрый. Да, вроде бы добрый. А вы его впустили, но я надеюсь, мы не сильно проиграем. Ой, выключился. Да, что-то у него с энергией не очень. Ну, заброшен. Ну что-то для заброшенной пиццерии он какой-то новый. Это этот ой. Новенький, он тут тоже состарится. Ой, я ой, он разлился. Ну, давайте посмотрим. Всё, открывать его нету. Блин, звуки открывания двери просто крутецки сделаны. Так, пацаны, я по вентиляции пройдусь, посмотрю, что здесь вообще происходит. Я на улице. Так, давайте сюда пройдем. О, Дим, я тебя вижу. Ползешь тут. А ты по камере меня видишь? Нет, я на улице. А, это вентиляция на улице выходит? Ха-ха, классно сделано. О, я сейчас выйду к тебе, блин. С тобой лезет, Дим, он с тобой лезет. Да, он с тобой. Думаешь? Я видел его, я его лапой видел. Все, я вышел. Где? Давай. Вот, Дима, давай беги сюда. Блин, классно, что можно по улице бегать. Вот сюда, туда можно в лес зайти или нет? Я уже не помню. Нет, нельзя. Можно как-то. Как? Никак нельзя? Только пролететь. Только пролететь. О, вон он, я его вижу. Смотрите, как он по вентиляции ползет. Так, пацаны, пока он там ползет, мы можем вернуться, успеть назад. Бежим, он за нами. Я успеваю. Так. Сюда. Ой, я заблудился. Нет. Убил! Да я подался. Так, пацаны, я зашкерился, меня не увидят. Открывай ЛТБ. Просто бежим, он тут. Так, отлично. Интересно, сюда можно попасть? Закрыта вентиляция здесь. Дима, короче, у нас в автомате вот... Дима, как мне вернуться назад? А ну никак уже все. Есть! Я вернулся! Давайте почекаем. Прикольно смеется так. Нифига себе, тут электричество балуется, дискотека целая. О!
Пришел аниматроник поломанный. Где-то его колбасят, пацаны. Что-то аниматронику очень плохо. Все. Бейте его. Бей. Бей сильнее, бей ногами. Давай, он не должен отсюда уйти живым. Я бью монтировкой по ногам. Я по голове. Все, все, все. Ты никуда не уйдешь, щенок. Все, замочили аниматроника. Куда? Что это с ним? Что ты его колбасит? Ты что, жидкий металл, что ли? Просто растворился в стенку. Смех прикольный у него. Так, все, пацаны, он ушел, давайте открывать. Тима! Да я не знал, что он тут, а! Он нас обманул, это обманщик. Я его вижу, вот он стоит возле камеры. Идет. Фредди с одной рукой поломанной. Так, бежит уже со всей силы. Я вижу его. А уже не вижу. А где он? Да посмотрим. Прикольно, что здесь вместо окна со стеклом просто арматура торчит, швеллера металлические. Я его слышу. Он где-то рядом. Ой! Да, закрывай. По башке мне дверью дало. Хорошо, на этой карте не убивает дверь. Этот, кстати, он сгорел. Блин, какой он стрёмный. Он так хочет к нам сюда зайти и не может. А чё он дрожит? Он боится? Мы можем его через эту штуку побить? Ой, я его бью, пацаны! Давайте, бейте, бейте. Ой. Он ушел, обиделся. Так, смотрим по камерам, где он там ходит. Не, Дим, он тут стоит. Он стоит? Да, он невидимки стоит. Кто ушел? Нет, стоит. Я его вижу, тень. Так, так, так. Ой. Блин, испугал меня, ё-моё. Слышь ты, аниматроник, вали отсюда. Всё, уходи отсюда. О, он послушал тебя, видишь? Хорош. Так, если что, пацаны, я успею. Закрывай быстрей! Ё-моё! Ё-моё, он зашел. Он нас не убивает? Где он? А где он? А где он? Испарился? А как такое может быть? Он же был здесь. Не, это галлюцинация. А он невидимый, наверное. А мы должны тень его видеть, мы тень не видим. Это была галлюцинация. А что это за глюк, реально? Мы испугались, а его нету. Галлюцинация у твоих, офигеть. А это вообще законно? Не знаю. Сумма по одиночке сходит. Все, пацаны, нас глючит. Не надо было сюда идти. Так, ну вроде бы все хорошо. Кого он убил? Как он тебя убил? Не знаю. Никого не... А может он тут где-то на полу валяется? Посмотри внимательно. Ну тени нет его. А как он на полу может валяться? Не знаю. Как он вообще мог его убить? Это читер. Я говорю, он где-то в этих коробках. Нет. Да не, нету его. Ладно. Ну все хорошо, давайте дверь поклацаем. А, подожди, вот он, я его вижу, тень, вот он, пацаны. Вот. Ну, да как это может быть такое? Он в стенку впитался. Так, давайте камеры поклацаем. Так что а у нас снаружи там ничего нету? Две вроде закрывать можно. Ой. Он у нас в кабинете. Он ты тут... думаешь, что нет? Он там за дверью. Нет, вот он, тут. Это какой неадекватный. Все, открывайте дверь. Выходим, быстрее. Бегаем, бегите. На улицу. О, я заныкался. Ах ты, ё-моё, меня ослепили. Обстоятельства, Дим. Так, я прячусь. Я спрятался. Ой! Один слился. Нет! Еще один слился! Я живой, пацаны, ура! Накрывай дверь, накрывай. Он меня не найдет. Найдет еще как. Я его слышу, ребята. Я в игровом автомате прячусь. Зачем ты сказал, он сейчас найдет тебя? А тут много автоматов, он меня не найдет. Мне надо на камеру какую-то дверь закрывать может. О, вы дверь тут закрыли каким-то образом. Так тут кнопка в офисе есть. Ребята, он возле меня. Он меня не видит, он ушел. Нате вам еще раз. Я живу. Классно. Еще тебе на.
Ой. Он ходит возле меня, пацаны, он меня не видит. Он на сцене стоит и стал невидимым. Все, ребята. Вот он стоит, я его вижу, невидимый. Беги в офис. Бегу. Открывай дверь, открывай. Да блин, тут я же забыл, что здесь тупик в этой вентиляции. Есть, есть, я успел. Вводим, вводим на эту камеру. Так, давай посмотрим. Вот этими кнопками, да, можно двери всякие закрывать? Это красный, красный. Ага, я понял. Балумбой. И ржет стоит, ты нормальный? Он ушел, пацаны. Ой, я вон камеру видел. Он вентилятор, вентилятор. Где? Отойдите все, отойдите. Блин, я хотел монетками в голову стрельнуть. Он идет, я увидел монетку. Так, пацаны, сейчас буду по нему стрелять. Только нас не попади. Не, не буду. Точно? Да, вот Дима. Он сзади, Дима, он сзади. Ёк! Извини, обстоятельства. Психичка марионетка пришла. Ой, это что, закрыт? Давайте будем батареями закрывать. Он тут. Все, отлично, и ведром давай. Чтоб она в ведро головой залезла и не знала, куда дальше идти. Так. Нет, вроде бы она есть, ушла. О, я знаю, какое оружие, ребята, я сейчас возьму. И матрасы надо закрывать. Все, нам охранникам вот выдали оружие, которое можно аниматроников ловить. Он в вентиляции, он в вентиляции. Вентиляция? Да. Открой, открой, открой. Ой. Фигово. Не, его не вижу тут нигде у вас. Давай, заходите. Да, давай, захожу. Что это за матрас? О! Калитка-убийца. О! Ой, блин, ой. Камин пригвоздил. Матрас. А где он, черт ходит? Я вышел на охоту, пацаны, мы его сейчас убьем. Я с тобой. Давай, пошли. Че у нас тут воняет, вонище какое-то идет. А, это канализация прошла. Так, его здесь нету. А он сытся. Он боится. О, я выключаю свет. Вот. Все. Ребята, смотрите, в пиццерии просто темень настала. Вышли на охоту. С помощью фонариков мы ее сейчас вычислим и пригвоздим. И замочим. Будьте внимательны, пацаны. Очень внимательны будьте. Где-то тут, я слышу. Слышите этот звук? Да. Это аниматроник издает? О, еще здесь можно? Офигеть. Так, да ламы, окна были все открыты. Слышите? Да. А он наш офис занял. В смысле? Все, идемте туда, быстрей. А ну быстро. Он сам себя запер в ловушке, мы его сейчас убьем. Давай один, ты первый, тебя поможешь. Я иду. Так, все, пацаны, осторожно. Он в нашем... Все, пригвожденный. Отойди, отойди. Нет, не пригвожденный. На через вентиляцию лезть. Он через вентиляцию? Да нет, вроде бы нет. Там я через вентиляцию пошел. О, давай, я буду прикрывать тебя. Все, все вентиляцию идем, сейчас его будем пригвождать. Ну где-то он тут ходит. Я вот никнейм вижу. Все, пацаны, его пригвоздил. Он пригвожденный. Все, отлично, я его буду пригвождать, он никуда не денется уже. Он убил нашего. Все, надо как-то двери открыть мне. Ай. Открывайте дверь. А где? Ай, блин, зараза, в невидимке нас мочит. Я успею выйти, я успею. Монетка. Ай. Я его пригвоздил еще раз.
Все, мега секретное оружие беру. Отойдите все от него. Бежим, 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 бежим. Есть! Да. Я убил. Я убил, вот его никнейм, валяй. На тебе! А что говорит Гаррис? Вот. Ребята, напишите в комментариях, кто сегодня победил, аниматроники или охранники? Потому что мне кажется, аниматроники победили нас. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока!